31 декабря. Ну вот такое вот оно. Все растянули вороны. Кто-то бросил. Несознательный. Бумажек понабросали. А я как-то тут хожу. Вид портит. Вон же урна. Что собой представляет живое существо, в том числе и человек? Ну, мы видим, что все мы состоим из каких-то физических оболочек. И уже довольно-таки много знаем о том, как эта физическая оболочка работает. Но что собирает эту оболочку в целое? Вот если взять аналог, галактику, вы видите, вот она вращается, рукава. Вот эти звезды, планеты и прочее, которые образовались из вакуума. Держит сила. Сила возникает от движения. В ядре галактики есть движение. Как правило, это вращающееся. И оно напоминает собой диск, тарелочку. А? Удивительно, да? То есть не такое круглое, вот вроде как круглое, как солнце. А все это круглое, потом в конце концов все выстраивается в плоскость. Так вот, теперь вернемся к человеку. Вот эти все вещества, которые входят в нас, а именно ткани, которые состоят из молекул, молекулы состоят из атомов. Атомы, наконец-таки, являются по своей сути энергией. То вот эту вот всю энергию держит энергетика организма, общая энергетика организма, пронизывает собой и держит, сцепляет, как там клеем, или как угодно можно сказать, то есть она все это пронизывает. Есть такое выражение «впаяны», то есть все эти частицы пронизаны нашей энергетикой. Причем энергетика и сознание. И теперь дальше простые идут выводы. И в зависимости от того, как человек пользуется своим сознанием, то есть вы слышали, наверное, есть такое выражение, вот он сказал себе не болеть, и не болеет. То есть намерение такое задал. То есть вот это вот намерение, информация через сознание прошла по всем вашим этим энергетическим субстанциям, включая каждый этот мельчайший этот атом и частицы, из которых состоят атомы, энергетику, и сделала ее единой, можно даже так выразиться, здоровой, и все зависит от вашего сознания. Ваше сознание приказало вашей вот этой субстанции быть таким-то, таким-то, таким-то. Вот это вот следует, эту простую истину следует уяснить, что мы с собой представляем энергетическую субстанцию. И если эта энергетическая субстанция управляется нашим сознанием мощно, то никаких отклонений, типа там нарушений, болезненных изменений в ней нет.
Вот здоровье сознания мы в основном не оцениваем, не рассматриваем. А это все начинается с этого уровня. Какие-то испытания жизненные бывают. И человек сразу же, у него идут в сознании разного рода такие сомнения. Скажем так, сомнения там по здоровью, сомнения по общению, сомнения по своей профпригодности, сомнения вообще к жизни. И раз идут сомнения, значит, вот эта субстанция энергетическая, она становится не такой единой, не такой устойчивой, и это порождает в ней хаос. Хаос порождает. За хаосом следует что? Болезненные изменения и болезни. И вот человеку, который желает быть по-настоящему здоров, естественно, в первую очередь надо начать со своего сознания, сделать его единым. Кстати, это же относится и к нации. Вот если нация едина, в едином таком устремлении, порыве, то вот этот народ цельный, он тут горы свернет. А если кто в лес, кто по дрова, кто еще как-нибудь, то, естественно, такую нацию легко и просто одолеть. Кстати, Моисей водил свой народ по пустыне для того, чтобы сделать нацию единой, с единым устремлением. Это так, к слову. Это к слову. Вот, поэтому образно-волевые настрои, волевое настроение, вот образно-волевой настрой, он должен перейти в настроение, которое должно поддерживаться, ну, более-менее в течение бодрствования. И далее уже она будет во сне там закрепляться. Вот это будет основой того, что человек по-настоящему будет здоров. И практика показывает, что есть люди среди там эпидемии, а их ничего не берет, потому что они цельны в своем сознании. А другие чуть что сразу испугались. То есть у них сознание само рыхлое, нету цельности, нету основы, нету стержня, который, знаете, так сияет, ярко так сияет и вытесняет все там изъяны, всю слабину из объема вашего жизненного пространства. То есть мы с вами живем, вот это тело, и чуть дальше за тело, как раз это наше жизненное пространство. И вот это жизненное пространство надо сделать цельным, сильным и красивым. Вот такую вот вещь я вам высказываю. 31 декабря, и желаю вам в наступающем году сделать себя цельными в своем собственном сознании, чтобы ваше пространство жизни было мощным, светлым, красивым, без разного рода изъянов, и вы жили и радовались. Такое сознание, помимо того, что оно здорово, оно еще привлекает разные рода блага, и тогда жизнь будет совсем другая. Опять-таки, вы ее будете петь как красивую мелодию, красивым голосом. Ах, аж мурашки побежали у меня. Значит, все правильно. Итак, желаю вам стать цельным в сознании, единым в энергетике,
Вот так вот. Обнимаю. Ваш Геннадий Малахов. Доброе здоровье. Здорово, все хорошо. Все хорошо. Метры меряешь? Да. Метры меряешь.